Да мы вышли с ребенком погулять, собственно, услышали, что, видимо, едет техника, потому что такой шум. Вот, ну, здорово, красиво. Хочется технику видеть только на параде, конечно, чтобы ни в коем случае, сами понимаете, никаких боевых действий. Так только полюбоваться. Интересно тебе? Скажи «да». Да. Более 70 единиц техники отработали движение с заданной скоростью, интервал, дистанцию. Собственно говоря, с сегодняшнего дня начинается уже такая программная серьезная подготовка, которая завершится репетициями на площади 1905 года и в финале парадом 9 мая. В тренировке приняло участие основа парадного расчета, то есть это костяк колонны, с которой с незначительными изменениями и выйдет на площадь 9 мая. Из техники добавятся незначительные изменения, в технике будут, да, но основу сегодня вы видели. Добавятся, допустим, ракетные комплексы «Искандер-М».